Все, лохматая душа. Мои хорошие, спасибо вам. Спасибо, ребят. Спасибо, мои золотые. Доброго-доброго здоровья. Сегодня очень много сделали. Спасибо. Все, я вас жду всегда. Наша лохматая душа. Вперед. Пока, мои золотые. Доброго здоровья. Это я вам пока машу. Пока, ребята, с Богом. Все, до встречи. Ларис, задержись. Задержимся, все. Закрываем ворота, закрываем. Мальчики, помогите ворота. А, подожди, за бензином едем, подожди. Грузимся, за бензином едем для генераторов. Все, ребят, поняла. В писательских кругах Валентин Силич – автор рассказов о братьях наших меньших и одного фантастического романа. Он вышел тиражом 11 тысяч экземпляров. В «Грязях» ее знают как хозяйку собачьего приюта. Валентин Силич – бывший прапорщик, служил на севере. На пенсии перебралась в теплые края. Однажды на свалке нашла умирающего щенка, пожалела. С него-то все и началось. Дарлин, Дарлин, вы знаете, она была совершенно голая. Она была, ну, меньше ладошки, и алкашек ее на проволочке тащил. Я за нее 100 рублей отдала, я выменила ее. Двух собак принесли дети из грязинского приюта. Одного щенка Валентина вытащила из канализации. На днях привезли доживать москвичку Альму, абсолютно слепую собаку, и бывшую жительницу Санкт-Петербурга, Текиеру. Собака попала под поезд, у нее нет передней лапы. Их не взяли ни в один столичный приют, хотели усыпить. Айку подкинули под дверь. Она была Айра. Вот так она подбегает, когда гроза. Она вцепляется в вас, ходит за вами и говорит «ай, ай, ай». И поэтому она стала айкой. Мы ее прячем под одеяло, тогда она переносит грозу. Ее подбросили в коробочке слепую, положили соску, записку «воспитайте, пожалуйста». Я говорю, ну рубль никто не положил, конечно. Кормит своих собак Валентина специальной кашей на курином бульоне. Добавляет овощи и крупы. Летом собакам хватает 30 литров каши, зимой нужно 60. Хозяйка приюта подсчитала, на кашу в месяц уходит 6 тысяч рублей. Это как раз вся пенсия. Но Валентина не жалуется, говорит, собаки дают ей гораздо больше, чем она им. Ах, ты кобеляка моя вреднете. Ты кобеляка моя вреднете. Ты мой красавчик. Талант писательницы у Валентины проснулся, когда в ее жизни появились собаки. Судьба каждой из них тянет на внушительный роман. Много пережили, у каждой свой характер. Валентина уже написала 24 рассказа. Недавно выложила их в интернет. Посещаемость сайта 50 просмотров в день. Знаете, отзывы идут очень хорошие. Обычно говорят, Валя, не рви душу. Вот. Или опять наплакалась, но слезы светлые. Как ни жалко, а собак приходится раздавать, если появляются желающие о них заботиться. Недавно Валентина связалась с немецкими защитниками животных. Они согласились найти семью для трех ее питомцев. Сейчас Валентина оформляет для них паспорта в ветлечебнице. Без документа за границу даже собакам. Выезд запрещен. И занимается подготовкой зимовки для четвероногих. В морозы им нужны теплые будки и много соломы. Сама кашу. Тут уже ничего не поделаешь. Татьяна Костехина, Роман Авраменко. Липецкое время, город Грязи. Привет, солнышко. Как ты себя чувствуешь? Как ты, моя золотая? Я здесь все буяню. Скажи что-нибудь хорошее, а? Я давно так тебя не слышала, я соскучилась. Скажи мне что-нибудь хорошее, солнышко мое. А
А я тебе всем сердцем желаю всего, чего сама бы ты себе пожелала. Доброго, нежного, тихого, ласкового. Любви тебе, моя хорошая, тепла окружающих, доброты, крепкого здоровья, сил, моя родная. Держись, все у нас будет хорошо. Скажи мне что-нибудь хорошее. Скажи мне что-нибудь. Скажи. Шептала женщина в тиши. Святая и неосторожная, чего ты просишь? Правды, лжи? Но шепчет женщина, скажи, скажи мне что-нибудь хорошее. У меня сегодня лирическое настроение. Я устала зверски, но выпила кофе и не могу лечь. Я тебе сейчас прочитаю стишок, который я написала своей дочке. Давно-давно. Ей было тогда 1,5 годика. Нет, 2,5 годика. Вот, потому что она уже пыталась говорить со мной. Какие-то слова лопотала. И я когда вечером сидела, Толик в море был. А она у меня уснула. Я ее обнимала, раскачивала на ручках. А стихотворение само родилось. Я тебе его сейчас расскажу. Летним тихим вечером дочку обниму, поцелую нежно, сказку расскажу, что в лесу дремучем серый волк живет, деток непослушных он к себе берет. Дочка жмурит глазки, буду слушать я, расскажи про мышку сказку для меня. И, качая дочку, тихо расскажу, как мышонку в няни приняли лесу. Повернулась дочка на другой бочок, тихо прошептала, «Мама, а сверчок?» Зажурчала сказка тихим ручейком, и сверчок был назван солнечным жучком. А потом в вечернем воздухе у нас плыли гуси-лебеди, был и карабас, в сапогах со шпорами черный кот прошел, нежно сказку новую промурлыкал он. Засопел клубочек у меня в руках, спит моя дочурка, вся в счастливых снах, и ее качает нежная волна. Спи, моя хорошая, сладко до утра. Косы вселенная, искал тебя, мне млечный путь сверкал, собой маня, и пили звезды мне. Там выше а светлый и большой твой, летящий мгле среди седых миров, и стал его я возносился ввысь, но падал мой, шагая в никуда, душа рвалась, мечта манила за собой, а сердце мое сжигала страсть, летело время скач, неслись года, смотрела с болью ты в мои глаза. Лишь позже понял я тот горький взгляд, и взорвались в душе моей и рай, и ад. Весны я сбил прибой, в подножье стал, с тоской смотрел я вслед, той, что искал. Ушла, взмахнув крылом, любовь, мечта, в душе осталась боль, на сердце пустота. Эрочка, девочка, ты моя красотулечка, ну, чего? Иди, скажи, морда красавица. Ёлка моя, да-да-да. Эра у нас уже хвостом виляет, она у нас красавица. Так, ребят, это мы открыли двери, на улице холодно, и мы все-все-все зашли погреться, и нам полный пипец, потому что нам срочно надо перестраивать вольеры, срочно-срочно утеплять будки, которых нет. И я вешаюсь, ребята,
Я вешаюсь, потому что малышей надо обязательно переселять. Потому что у меня вот собственный дом превратился вот в такую будку. А это несерьезно. Это вообще жуть. Это вообще, конечно, кошмарик. Да? Кошмарик, ребята? Да, мои золотые, все хорошо, скажи. Ну и наплевать на все. На все проблемы. Все равно прорвемся. Прорвемся и выживем. А ты что здесь делаешь, Пуфик? А Пуфик решил сбросить мамишки на пол, потому что ему нужен тубтабурет. Да. Мои красивые мамины. Все мои золотые. Все. Вот такой кошмар, ребята. Вот такой домашний кошмар, который называется счастье. И меня поймут только люди, у которых такие же, как у меня, лохматые души. Да, ребята? Мелкота. Мои золотые. Но все равно, ребят, нас это не спасает. Нам нужны вольеры, дополнительные вольеры. Нам нужна сетка, нам нужны доски. Ребята, нам очень нужна 25-я доска. Хоть пару кубов. Я прошу помощи, друзья. Я прошу ваших подарков. Подарков нам на вольеры. От всей души желаю вам доброго-доброго всем здоровья. Всем. У кого хоть капелька доброты в душе. Добра вам, люди. Спасибо вам. Девочки, только что уехали наши друзья-волонтеры. Все, кто был сегодня у нас в гостях. Наташа, Лена, Ира, Люда и Дима. Господи, как же на душе хорошо. Ребята, как же на душе хорошо. И вот ребята только-только уехали. Представляете? А у меня просто праздник сейчас. Капаю малыша, и все равно на душе хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Вы знаете, это так страшно, когда ты один. А сейчас я уже не одна. Я уже не одна. И я так вам благодарна. Это такое счастье, девочки. Ребята, мальчики. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы рядом. Храни вас Бог, мои дорогие. И дай вам Бог 100 лет жизни. Я так вам благодарна, мои хорошие. Спасибо вам. Спасибо вам. Постельки поправить, лекарствочка выдать, обцеловать всех. Шкадливый этот, белобрысый. Лошок там, вспотели там. Приехали собаки к нам. Все одинаковые. Нет, да, смотрите. Надо распределить тут 5 валетов. Четыре. Две у нас сидят уже в вольере. Ой, блин. Две девочки. Не видно нифига. Еще раз.